В этом году новую крышу обретут 24 дома в Канаше. Уже 8 из них начались работы по замене кровли. О том, как идет ремонт и укладываются ли подрядчики в сроки, расскажет Анастасия Евгеньева. Этого события старая многоэтажка на Пушкина ждала много лет. Капитальный ремонт крыши здесь начали в конце июля. Основная часть работ уже выполнена. Строители сняли старое шиферное покрытие, на его месте монтируют новую конструкцию. Материалом для нее послужит профнастил. Гарантия по договору у нас 5 лет. Материал используем НС-35-07 толщина. Достаточно такой крепкий, толстый материал, ну, долговечный. Замена кровли – это один из важнейших видов работ, предусмотренных капремонтом. Именно от крыши часто зависит состояние всего дома. Если крыша протекает, то вода, проходя, значит, по стенам, по перекрытиям, значит, ускоряет износ здания. А когда, значит, в доме сухо, крыша, значит, влагу не пропускает, соответственно, и фасад сохраняется. Подрядчики планируют закончить работы к концу августа. И даже дождь не станет помехой. В таких погодных условиях дом спасает специальная плотная пленка. Для того, чтобы крыша служила как можно дольше, стропильную часть обрабатывают специальным огнебиозащитным средством. Происходит сейчас огнебиозащита древесины. Так. Это препарат МИГ-09, сухой порошок, который разводится в воде. И в ванной, в этой ванной, видите, как опускается древесина, замачивается, обрабатывается. Она должна по требованию пожарной инспекции не воспламеняться. Я точно не могу сказать, сколько минут, но она должна держать огонь. В этом году впервые все проекты проходят государственную экспертизу. Поэтому завышенных цен и недобросовестных подрядчиков быть не должно, считают Минстрой и Чувашии. Также в этом году подрядные организации подбираются в 2 этапа по новой системе. Первый этап – это когда мы выбираем подрядчиков в специальный реестр квалифицированных организаций, которые имеют право проводить капитальный ремонт. Эту работу делает министерство. Уже потом, а когда проводятся торги на непосредственно выполнение работ на объектах, на домах, в этих торгах имеют право участвовать только те организации, которых мы отобрали. Работы подрядчиков жители многоэтажек довольны. Говорят, делают все слаженно, быстро. Насчет ребят, они замечательные. Они туда-сюда, Работают 20 лет. В фонде капремонта отмечают, собираемость взносов влияет на сроки проведения ремонта. Например, в Канаше в доме по улице Пушкина 54 она составляет больше 90%. В остальных домах она тоже высокая, около 80%. Анастасия Евгеньева, Владимир Синдеев, Вести, Чувашия.